Мира 48, город Амурск, 16 января. В таком состоянии наши подъезды. Смотрите, что делается. О, какая красота. О, какая прелесть. Это какой этаж уже? Смотрите, что делается. Вот он, пятый этаж. Это та квартира, где у нас погиб житель. Жилец. Вот здесь у нас погиб человек. Где-то лет 60, наверное, ему было. До Нового года. Потому что если выключить обогреватели, мы здесь не проживем, мы замерзнем. Вот мы 6 жильцов с первого подъезда. Единственного первого подъезда. Больше здесь никто не живет. Только что отъехали сантехники с управляющей компании. Это уже неделю, Какие 2 недели, да? Париловка. Как она идет, так и идет. Люди, как... это вообще невозможно. Начался отопительный сезон, так постоянные вот эти аварийные ситуации. Посмотрите, как это все валится. Все, невозможно жить. Это по нашим стоякам, вот, которые здесь живут, 6 семей. Вот такую систему придумали производственный отдел управляющей компании. Это сколько кубометров уходит в канализацию на работу электроэнергии затрачивается на работу насосов и ваших работников.